оказались на гребне волны. Для профессиональных рафтеров австралийская река Талли, одна из самых опасных и коварных, покорилась барнаульцам впервые. В общей сложности в Австралии сплавщики провели 20 дней. За призовые места бились с представителями 30 стран. Дисциплин несколько. В одной из них спринт. Нашим землякам удалось зацепиться за бронзовую награду. В общем зачете среди ветеранов подняться на четвертую строчку рейтинга. Опасались аллигаторов, но удалось увидеть их разве что в местном зоопарке. Я так понял, там вплоть до такой водной, как внезапное появление крокодилов, да? Действительно, на берегу стоят указатели, которые говорят, что купаться запрещено. Конечно, везде люди одинаковые, и туристы со всего мира игнорируют эту опасность, ищут приключений. У реки Талли одна из высших категорий сложности. Много камней, порогов. Один раз перевернулись соперники, не хватило мастерства борту из Румынии. Из плюсов температура самой воды очень теплая. Наши спортсмены обращали внимание на все детали организации соревнований. Есть идея провести такие же старты у нас на Алтае. Ведь именно отсюда и пошла традиция проведения чемпионата мира по рафтингу. Ровно 30 лет назад любители этого вида спорта покоряли реку Чуя. Проведение чемпионата мира в республике Алтай, это про республику сейчас говорим, пока, да, это порог Аргумень-Катунь, да, там уже кубок, этап Кубка мира проходил в 2006 году, вот, ну и, соответственно, с привлечением, то есть там транспортную логистику можно выстроить, с привлечением, допустим, Чуи. Обсудили участники вопросы развития экстремального туризма. Все та же река Талли сейчас одно из излюбленных мест у гостей с самого зеленого континента планеты. Здесь созданы все условия для такого активного отдыха. Так каждый желающий может прокатиться на рафте. Есть компания-прокатчик. Но вот, к сожалению, говорят спортсмены, Алтай таким не может похвастаться. Для популяризации надо создавать необходимые условия, уверен депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. В том числе необходимо готовить профессиональный тренерский состав по рафтингу. Вот у нас разговор же был по поводу экстремального туризма. Вот сейчас эту историю прорабатываем. Все-таки вопрос, связанный с безопасностью, с квалификацией, с лицензированием. В конце встречи обсудили подготовку к совместному сплаву по реке Катунь в начале сентября. Ну а после закрытия сезона договорились продолжить работу над законопроектом, который регулирует развитие экстремального туризма и развлечений. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. День с толком.